Доехал я в итоге до того места, куда планировал добраться. И неделю был здесь, гонял на море, смотрел на людей, смотрел на ситуацию. И в целом, наверное, готов о чем-то сейчас рассказать. Прежде всего скажу, что я не в курортном поселке. Это место, в принципе, было как бы аграрно-промышленной такой зоной. Здесь выращивали табак, был небольшой заводик по переработке табака. И, соответственно, здесь нет никаких туристических домов отдыха, баз и всего такого. Оно все на берегу. На берегу вдоль дороги, которая идет из Севастополя в Евпаторию. Вот на этом маршруте есть пару поселков, таких как Песчаная, Угловое, Николаевка. Сказать, что там мало людей, конечно, ничего не сказать. К тому же несколько дней подряд был сильный шторм, дул ветер. Погода была не очень хорошая, было прохладно. Я туда ездил просто посмотреть на волны. Вот. И, ну, сейчас собираюсь вот сгонять Николаевку, может, Песчаная, может, до Углового доеду. Ну, сниму пляж, но не уверен, что там будут люди. Может быть, там местные. В целом, мне кажется, все куда-то поехали в Ялту, в Севастополь, возможно, в Керчь, Судак. Вот там, где мост, вот все оттуда заехали, наверное, там и остались просто. Сюда как-то не дотянули. По разговорам местных, почти все пансионаты пустые, один, два, три там человека. Заехали люди в детский лагерь, здесь неподалеку есть, но это дети с тех регионов, которые совсем недавно стали российскими. Видимо, они по каким-то своим бюджетным там программам. То есть это не те богатенькие детишки, которые в прошлом году приезжали из Москвы. Немного покажу поселок, сейчас проедусь по нему на мотоцикле, посмотрите, что это за место в целом. Вот. И поеду туда уже, ну, дотяну до Николаевки, там, до Берегового, тут 5-10 километров. Покажу вам, как там живут курортные поселки на западном побережье Крыма. Дорожка ведет из Симферополя в Николаевку. Мы сворачиваем на Николаевку сейчас. Самая близкая точка от Симферополя до моря. Вот эта дорога.
людей немного, тем более погода была плохая. Мне даже кажется, что здесь большая часть местных. Вон там вдалеке кто-то есть. Сейчас туда проедусь до конца пляжа. Там еще один есть выезд к воде. Посмотрим, что там. Но все равно люди должны были быть. Все-таки июль. Процентов 60, наверное, номеров. 82 регион, то есть крымские машины стоят в центре. Я посмотрел, есть приезжающие, но их процентов 15-20. Вот. Ну вот сейчас на таком дальнем пляже нахожусь, где можно, в принципе, заехать на мотоцикле. Конечно, погода не очень. Может быть, поэтому сейчас я там проезжал мимо пансионатов. Машинки стоят, но людей нет. Здесь обычно сидят люди. Вот здесь купаются. В принципе, да, вода холодная, точно. Я сегодня плавал рано утром, очень холодная вода. Там виднеется Евпатория, а где-то вон там, я, кстати, вижу какие-то корабли, где-то там Одесса. И Одесса, да, вот там где-то там Украина уже. То есть там где-то Молдова, вот, и вон еще какие-то корабли. И вон там Севастополь, и вон там Турция, там юг. Вон там у нас запад. Ну, вот это как бы северо-запад туда. Север где-то там. Вот такой вот Николаевский пляж.
друзья, в завершении пройдусь немножко по маминому саду, покажу вам, что у нас тут растет в огороде в Крыму. Ну, начнем с простого. Яблоки, кизил, вот это абрикоса, еще яблоки, виноград, это больше столовый виноград. А вон там виднеется хурма, ежевика, опять виноград. Вот это маленький зизифус, у соседей инжир. Инжир уже подходит, честно говоря. Вот они, плоды инжира. Не знаю как. Вот это еще одно персиковое дерево. Вот это вот большой зизифус. Он плодоносит маленькими финиками такими. Вот тут персики зеленые висят. Тут розмарин. Лаванда уже отошла. Дерево с персиками. И виноград на подходе. Тут какой-то можжевельник, груша, виноград кокур, цветы. Цветы. Черешня. Еще зизифусы, цветы. Это яблоня на подходе. Розы, кстати. Черешня. И тут целый сад цветов еще. Это, кстати, чайная роза. Чайная роза. Без нее прям чай делают. Вот это сирень, мы ее вечно в мае рвали, когда шли на День Победы. Роза, еще цветы. И виноград, из которого, в принципе, родители делают вино. А это лобелия, насколько я понимаю. В огороде еще есть кабачки, баклажаны. Мама все это сама тоже садит. Вот это вот грецкий орех. Вот такой вот орех. Грецкий. Слива. Еще зеленая. В принципе, июль месяц. Еще все это должно дозреть. Еще одна слива. Огурцы. Крыжовник. Тут еще фруктовые деревца небольшие. А вон там абрикосы виднеются. Сейчас посмотрим. И тут персики. Персик еще ранний. Он мелковатый, конечно. Но довольно сладкий. В принципе, много. Много получилось. Вот можете видеть. В принципе, норм. Абрикос. Неплохой такой. Слива. Черешня, вишня, не помню. Еще яблоки. Черная смородина. Вообще там довольно много смородины было. Мы проходили, я не всю показывал. Яблоки. Вот это, по-моему, слива большая растет. Это тоже финик. Алча, по-моему. Это у соседей. Это что, абрикос? Абрикос подходит, в принципе, можно уже есть, я думаю. Здесь куст черной смородины. Здесь вот этот участочек клубника отошла уже. Была в мае, наверное. И помидоры подходят, они еще зеленые, но вот кое-где пробиваются красным, видите? Ну, вот мама с папой тут вот это все дело. Как бы садят, ухаживают, поливают. И, собственно, получают свои плоды. На самом деле, мне кажется, стоило бы отдельный репортаж снять про этот огород, как бы, и про вообще цветочки. Будет бонусом к видосу о том, сколько у нас туристов сейчас на берегу. Все, друзья, на этом я заканчиваю эту серию. Спасибо, что были со мной. Задавайте вопросы, ставьте лайки, делитесь видео с теми, кто поехал в Ялту, чтобы показать им, как здорово отдыхать можно на западе Крыма. Сейчас реально, мне кажется, очень дешево. Не забывайте подписываться, и всего вам самого хорошего, приятного отдыха, где бы вы ни были. Пока!